Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. С каждым днем все больше и больше клиентов обращается по поводу ритуалов, связанных с некромантией. У нас 16 числа идет растущая луна. И чтобы вы понимали, на растущую луну какие делаются ритуалы, чтобы вы как бы, ну, понимали, с какими вопросами обращаться, например, на растущую или на убывающую луну. Потому что некромантия, она... тут четко взаимосвязано. Очень часто бывает так, что делаешь на растущую луну ритуал, и он начинает работать только на следующую растущую луну, да, то есть он не работает, например, на следующий день. На растущую луну делаются практически все крадники молодости, красоты, финансов, судьбы, да. На растущую луну делаются привороты, связанные с черным венчанием, кладбищенские привороты. На растущую луну мы делаем какие-то финансовые, да, на финансовую удачу, делаем защиты кладбищенские, которые считаются очень сильными, да. Например, я вот показывала те медальоны, которые я покупаю, но есть клиенты, которые, например, носят свои какие-то определенные украшения, и просто-напросто мы делаем кладбищенскую защиту, да, на их украшения. То есть они как бы сидят у себя дома, кладут эти украшения около своего телефона, да, и во время ритуала, который я делаю на кладбище. То есть это вот происходит так, что если кто-то, например, не понимает, не то, что они, например, мне золотые украшения отсылают, а потом, да, и они их получают. Нет, все делается онлайн, все это работает очень быстро, очень стабильно. Что мы еще делаем? Делаем, наверное, ну, можно сделать, допустим, мандалу, допустим, да, финансовую. То есть она как бы, в принципе, существует и сама по себе, но мы можем что-то усилить или улучшить, допустим, через богиню Мару, да. Те, кто связан с мусульманством. Так как у мусульман также есть ангел смерти, те же самые ритуалы мы делаем и с мусульманами. Так как на нашем кладбище похоронены и мусульмане, и славяне, поэтому как бы выходит на контакт и ангел смерти мусульманства, и богиня Мара как бы в славянской религии. Да? А что мы делаем на убывающую луну? На убывающую луну порча на смерть, просто порча, перекрытие дорог. А на убывающую луну снимаем привороты. На убывающую луну убираем алкогольную зависимость. Я, правда, скажу, что я не очень люблю заниматься связанной с алкоголем ситуацией по причине того, что у экстрасенсов стоит определенный запрет на работу с алкоголиками и наркоманами, так как это программа на саморазрушение, то есть есть естественный отбор. Я считаю, что это не заболевание, да, это люди, которые уходят от действительности, им как бы, скажем так, в трезвом состоянии не хочется смотреть на тот мир, который происходит. Вот, и они уходят в свои иллюзии, фантазии, да, и когда вы их, например, пытаетесь вернуть к нормальной жизни, и уже таких ситуаций было несколько, люди не знают, что им делать с той реальностью, которую они видят в трезвом виде. То есть, почему они обратно как бы там срываются и уходят опять в алкогольную зависимость, поэтому это просто трата времени, ну, наверное, ваших денег. Вот. В день ритуала, если не снится сон клиенту, то снится сон мне, который, например, говорят, что как сработало, что расработало, что, например, донести надо, там, что там доработать надо, да, там, ну, по-разному бывает. Бывает сразу ответ, говорят, когда сработает и что. И мы уже ждем, когда клиент отпишется, что у него заработало, да. Работа очень интересная, очень насыщенная, потому что действительно очень контактные в своем общении боги. Они не отстраняются, не уходят в сторону, и ты не ждешь неделями от них ответа через сны, да, что очень радует. А вот кому как бы интересны вот эти ситуации, интересно решать какие-то ситуации, обращайтесь. Я 24 часа на связи в WhatsApp, и мы решаем любые проблемы. То есть нет нерешаемых проблем.